я вырезала губку по размеру по коробочке. Она сейчас, смотрите, как намокает. То есть ее не нужно толкать, она сама вбирает воду и тонет. Тут у меня буквально 5 минут даже не прошло. Очень быстро. Сейчас будем... О, все утонуло. Теперь будем резать цветы под углом и дальше составлять композицию. Не намочил коробку я в такую пленку, вот упаковочную для цветов. Заклеил его, запаковала, положила вот в коробочку. И сейчас буду цветочную композицию составлять, а затем тут во второй части будет лежать зефирки. Итак, вот так нарезала я цветочки наискосок, срез. И сейчас буду сначала белый составлять, потом разбавлять их зеленью и фиолетовым. Цветочки. Так что в хаотичном порядке, как вам нравится, делайте. Так, ну вот примерно такая композиция у меня тут образовалась. Сейчас вот сюда аккуратненько зефирки выложим, и будет такой подарочек. Вот так. Ну вот такая красота у нас получилась. Я тут специально прикрыла пищевой пленочкой, для того, чтобы не засохли зефирки. Вот, не заветрились. Вот, получилась вот такая красота.